Всем доброе майское утро. Сегодня 5 мая. С утра солнечно. А я спешу на работу. Солнышко всходит. Сегодня 5 мая. Школьники и дошкольники идут в школу и садик. С сегодняшнего числа школа и садики начинают свою работу. Школьники идут в школу после длительного перерыва, локдауна, карантина. Были на удаленке. Как ушли на весенние каникулы, предполагалось, что до июня уже школьники не выйдут в школу, будут на дистанционке. Но, о чудо, с 1 мая отменили жесткий карантин. Киев в желтой зоне. Адаптационный карантин продолжается. Маски продолжаются. Дети, кто на самокатах, кто на велосипедах до школы едут. Очень рады дети, что встретятся со своими одноклассниками. С учителями, наверное, не очень рады. Но учебный процесс состоится. Детвора, дошкольники, в садик. Садик наполняется детскими голосами звонкими. Территория убирается. Встречаю детишек, воспитатели. Вот уже в садике шумно. Родители перед своей работой заводят детвору воспитателям. И наконец-то вздохнут, так как дети долго находились дома. Детки заскочили за своими одногруппниками. Сегодня им раздолье. Спешат, спешат в садик. Пока деток не было, территория в садике не подметалась. Сейчас подметут. Детки позавтракают и на площадку. Сегодня дождя не ожидается. И вот я снова иду по Советскому парку. Прохожу вокзал детской железной дороги. Вот так уже зелено вокруг. Детвора сейчас позавтракает и выйдет в парк гулять. Весь день сегодня солнечный, теплый,
Виднеется телевышка в дорогожичах. Когда ясно, ее очень хорошо видно. После Пасхи осталась локация для фотозоны с пасхальными зайцами. Такая дуга из яичек и зайчика. И вот такие зайчики. И с этой стороны. Во дворе у нас такие белочки бегают. Прямо возле подъезда. Эта неделя для детей короткая. Среда, четверг, пятница. А потом снова праздники. 9 мая. Заканчиваю свое видео. Всем хорошего дня. До скорых встреч. Будьте счастливы и здоровы. Пока!